Вы знаете, меня немного вообще раздражает вся эта история со Сноуденом. Устроили такое политическое шоу. До этого с Депардье у нас были там месяц главные новости в стране. Вы знаете, если президент страны за 10 лет не нашел ни одного часа, чтобы пообщаться с лидерами националистов и вообще прояснить позицию с той же оппозицией, то когда он постоянно комментирует там какие-то поездки Сноудена и так далее, знаете, у меня такое ощущение, что вам делать нехрена там. Ну, будьте тогда там, я не знаю, если вас интересует больше Средняя Азия, ну, езжайте туда и будьте там президентом. Если вас интересует не внутренняя ситуация в стране, а поездки со звездами всякими, ну, меня это постоянно раздражает. Мне постоянно говорят, что там у всех нет времени, все заняты. Но я воочию каждый раз наблюдаю, чем они заняты. Мне вообще наплевать на Сноудена. Ну, сбежал там, рядовая история, какой-то там шпион, не шпион там, который что-то там где-то раскрывал. Ну и что? Ну и этим должны заниматься там специальные профильные ведомства и все. И куда его отправлять, это, поверьте мне, жители России, у которых сейчас идет тотальное спаивание, разруха, геноцид и так далее, им плевать на Сноудена. Так же, как и на Депардье, который поехал и уехал куда-то там, почетный там гражданин всех республик стал. Ну, это все не это самое, неинтересно нам.